Ребята, всем привет! Вы на канале Интернет и Деньги. Сегодня у нас 14 декабря 2019 года и стартовала новая интересная экономическая игра в духе новогодних праздников. Кстати, это пятая игра от администрации Sergius Group Game. Как вы знаете, у них было 4 экономических игры, которые работают от сезона к сезону. И, кстати, у одной из них я участвую. Это Wild West. Давайте перейдем. Называется она Merry Christmas. Вот так все красиво выглядит. Суть игры очень простая. Вы покупаете игрушки, наряжаете елочку, и все это вам будет приносить прибыль. Также можете прикупать персонажей и их расставлять, которые тоже вам будут приносить прибыль. Но персонажи уже стоят подороже. Так, давайте перейдем в раздел новости для начала. Как видим, здесь как раз написано, что старт состоялся сегодня, что это игра, которая принадлежит группе Sergius Game Group. И вот другие их игры. Это Best Fiends, Wild West, Island Money и Money City. Думаю, хотя бы об одной из этих игр вы должны были слышать. За регистрацию вам дают 4 игрушки в подарок, которые вы можете повесить на елочку и уже начинать получать прибыль. Окупаемость вложений составляет от 43 до 55% за 30 дней. Также при каждом пополнении вы получаете бонус плюс 5% от вашего вклада. Есть также бонусы от 10 до 20 копеек каждые 6 часов на баланс для покупок и на баланс для вывод от 10 до 20 копеек каждые 12 часов. Бонусы, вот здесь написано, что могут получать только те пользователи, которые пополнили сумму не менее чем на 100 рублей. Также будут регулярные конкурсы и акции. Есть активация выплат в размере 20 рублей. Я думаю, что эта сумма небольшая. Будет вскоре добавлен раздел серфинг. Там будет отдельный кабинет. Вы сможете зарабатывать на серфинге. И оттуда уже можно выводить абсолютно без вложений, без всяких активаций. То есть это будет отдельный баланс, так же как и в других играх. Партнерочка здесь тоже очень таки интересная. Вы будете получать 7% от пополнений ваших рефералов на баланс для вывода. И за каждого приглашенного по 50 копеек на баланс для покупок. Довольно интересная партнерская программа. Ну что ж, давайте посмотрим далее, что у нас по порядочку. Как видим, есть раздел «Дом». Давайте перейдем. Здесь будет вся ваша информация. Также необходимо перейти вот сюда в раздел настройки. Как видим, у меня есть вот такая надпись. Вы уже установили пин-код. У вас такой не будет. У вас будет поле, где его необходимо установить. Вам необходимо написать несколько цифр и их сохранить. Также запишите куда-то их себе на листочек, чтобы не забыть, потому что с помощью этого кода вы будете выводить отсюда денежные средства. Далее у нас идет раздел «Соседи». Это ваши рефералы. Здесь будет ваша реферальная ссылка, статистика по вашим рефералам. И также, если жмакнуть на баннеры, то откроются вот такие вот новогодние баннеры. Далее в разделе «Игрушки» вы сможете покупать, собственно, те же игрушки. И также, как видим, есть несколько персонажей. Это Мишка, Зайчик, Снеговик, Снегурочка и Дед Мороз. Вы можете их покупать, вешать на елочку. Соответственно, ну, на елочку, конечно же, вешаются игрушки, а вот персонажи расставляются. Я чуть позже вам покажу, где их нужно ставить, если вы будете их покупать. Есть вот здесь инструкция, нажимаете на инструкцию, и вот здесь все написано, как что делать. Далее, когда вы уже покупаете себе игрушки и персонажи, переходите вот сюда в раздел «Елка». Собственно, здесь происходит весь игровой процесс. Как видим, у меня уже одна снежинка повешена. Это одна из 4, которые мне дали за регистрацию. Вот здесь их видно. Давайте я возьму эту снежиночку, перенесу на елку. Вот здесь, например, я ее поставлю. Как видим, вы успешно украсили елочку. Давайте я поставлю все 4, которые мне дали за регистрацию. Все, теперь они будут мне приносить прибыль. Вот здесь наши бонусы. Бонусы каждые 6 часов. Давайте также их получим. Нажимаем сюда. Так, вот, я получил бонус в размере 19 копеек на баланс для покупок. И получу бонус на баланс для выплаты. Нажимаем. Ах, да, ребят, бонус на баланс для выплаты можно получать только тогда, когда вы пополнили минимум чем на 100 рублей. Ну что ж, собственно, мы сейчас это сделаем. Кстати, о статистике. Игроков уже 240, пополнено на 91 тысячу рублей, почти уже на 92, выплачено 54 рубля и дня игре 0. Вот такая вот быстрая статистика. Так как здесь опытная администрация, то здесь быстро сюда заходят люди. Соответственно, есть разделы конкурсы, топ-20, остальные игры, точнее 4 остальные игры от администрации. В
все это можете более подробно изучить, ну а мы пополним баланс и будем покупать игрушки. Я пополнил пока что всего на 200 рублей. Чтобы пополнить баланс, нажимаем вот сюда на плюсик. Пополняться можно либо через Payeer, либо через FreeCassu. Я, конечно же, буду пополняться через Payeer. Так, здесь прописываю сумму 200 рублей. Плюс бонус к акции, то есть у меня должно быть 210 рублей, я так понимаю. Ну что ж, давайте нажимаем кнопочку «Пополнить». Еще раз «Пополнить». Далее выбираю Payeer рубли. Подтверждаю. Как видим, есть небольшая комиссия. Еще раз подтверждаю данный платеж. Ваш баланс успешно пополнен. Так, переходим в аккаунт. Давайте же посмотрим. Так, вот 210 рублей у меня на балансе есть. Переходим теперь в раздел игрушки. Давайте посмотрим, что я могу купить. Так, снежинки у нас по 5 рублей, по 10, 200, 250. Это не куплю. Вот по 100 рублей. Вот эту игрушку я могу купить. Давайте нажимаю вот сюда. Вы успешно купили игрушку. Покупаю еще одну. Так, все, две игрушки я купил, еще на балансе для покупок у меня 10 рублей, и я могу купить вот эту конфетку. Давайте я ее также покупаю. Все, все деньги я потратил. Теперь перехожу в раздел «Елочка» и будем приукрашивать дальше нашу елочку. Так, берем этот шар, давайте повесим его, например, вот сюда. Далее берем конфетку, конфетку куда-то вот сюда. И еще один шарик у нас остался. Поставим его, например, вот с этой стороны. Все, елочку я украсил. Кстати, теперь, как видим, я могу получить бонус, потому что я уже пополнился более чем на 100 рублей. Вот, 11 копеек на баланс для вывода я получил. Далее все, я просто жду, когда она будет приносить мне прибыль, и время от времени могу заходить сюда и ее собирать. Делать это очень просто. Заходите в раздел «Елочка». Как видим, вот здесь есть кнопочка «Собрать». Нажимаете на данную кнопочку, и эта прибыль вам будет переноситься на баланс для вывода. Чтобы вывести, нажимаете вот сюда на баланс с битусом. Выводить можно на Payeer, Kiwi и на Яндекс. Как видим, написано, что после первой выплаты изменить номер кошелька Payeer будет невозможно, поэтому будьте внимательны, вводите все кошельки правильно. Рекомендую выводить именно на Payeer, потому что, как видим, здесь комиссия Payeer составляет 0,95%, но это комиссия самого кошелька, и минимальная сумма для выплаты всего 1 рубль. На том же Kiwi, например, минимальная сумма для выплаты составляет уже 12 рублей и комиссия 3,9%. Комиссия, в принципе, большая. На Яндекс комиссия та же и, в принципе, минималка та же. Так что на Payeer выводить более выгодно. Кстати, чуть не забыл. Вы как видели, я покупал игрушки, вешал их на елку. А куда же расставлять персонажей, если вы захотите их приобрести? Конечно же, персонажи уже начинаются от 9000 рублей. Но если кто-то решит все-таки проинвестировать такую сумму, я вам покажу, куда их поставить. Также покупаете, как и игрушки, переходите в раздел «Елочка». И вот здесь, если вам видно, есть следы 1, точнее, вот пара следов, вторая пара, третья и четвертая. И вот именно на эти следы вы сможете размещать ваших персонажей. Здесь они будут стоять и также будут приносить вам прибыль. Ну вот, в принципе, на этом и все. Вот такая интересная новая экономическая игра от группы Sergius Game Group. Я думаю, что здесь также должен быть профит, как и в принципе во всех их играх, которые работают от сезона к сезону и всегда дают заработать, особенно тем, кто заходит на самом старте. А так как Merry Christmas стартовала именно сегодня, 14 декабря, то я думаю, что нужно скорее регистрироваться и начинать зарабатывать. Вот, в принципе, на этом и все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Интернет и Деньги. Всем пока-пока.